Друзья, приветствую всех на канале Атаман Офлайф. Сегодня я снимаю свое очередное видео, в котором хочу вам, или точнее хочу с вами поделиться информацией такой, сколько я зарабатываю на YouTube. В определенный момент моей жизни здесь, в Германии, был такой случай, когда один из моих зрителей канала сообщил государственной структуре, а точнее джоб-центр, о том, что я зарабатываю на YouTube довольно-таки много денег, более чем 1000 евро в месяц. И сегодня я хочу вам рассказать в действительности, сколько я зарабатываю на моем YouTube-канале Артамонов Лайф. Хочу начать это видео с того, а точнее показать вам то, что я сумел приобрести на те деньги, которые я зарабатываю на моем YouTube-канале Артамонов Лайф. Не забывайте на него подписаться, для того, чтобы я еще больше заработал денег. Не забывайте посмотреть видео, которое выходит на моем канале. Это очень важно для моего заработка. И начнем, наверное, с самой новой покупки, которую я совершил буквально недавно. Это было 3 недели назад, так как канал развивается, естественно, я могу совершать подобного рода покупки. Эта покупка сейчас находится у меня в руках, это телефон. Если вы видели последнее мое видео, небольшой экскурс города Апольда, я снимал как раз-таки на этот телефон. И этот телефон, обгрызанное яблочко, iPhone 11 Pro. Абсолютно новый. Так вот он выглядит. То есть это я купил на те деньги, которые заработал на YouTube-канале Артамонов Лайф. Следующая покупка, которую я заработал на моем канале Артамонов Лайф, она находится рядом тоже со мной. Я сложил здесь перед собой на стол, потому что неудобно все держать. Это тоже один из гаджетов, который называется Lenovo. Это таблет Lenovo. Вот таблет Lenovo. Такого вот размера большого. Вот он. Абсолютно новый таблет Lenovo, да? Цена этого таблета, кстати, я вам забыл сказать цену на обгрызанное яблочко на Apple, на iPhone. iPhone стоил, вот этот iPhone, цена его составляла 1100 евро. 1100 евро, куплено с наличку. Вот это таблет, точнее планшет, да, если сказать по-русски, таблет это по-немецки, стоит приблизительно 250 евро. К нему еще сюда идет бокс, как не Алиса, а Alexa бокс сюда идет дополнительно. Цена приблизительно 250 евро. И следующая покупка, которую я тоже совершил, имея YouTube-канал Артамонов Лайф, это уже более большой гаджет, более тяжелый гаджет. Я эту покупку совершил весной, да, весной, в феврале 2020 года. Телефон я купил, как я сказал, 3 недели приблизительно назад. Таблет, планшет я купил приблизительно 2 месяца назад. А в феврале 2020 года я купил вот этот гаджет. Это тоже Lenovo. Это ноутбук Lenovo. Давайте посмотрим. Вот такой ноутбук Lenovo, он вот так вот раздвигается, можно так вот с ним делать, да, то есть вот так раскладывается. Называется iPad S340, кому интересно, можете посмотреть цену, я его брал в феврале за приблизительно 600 евро. То есть такая вот штуковинка, такой вот гаджет стоил 600 евро. И теперь, если подвести итоги всего того, сколько я зарабатываю на моем YouTube-канале, как я сказал, я купил все это за деньги, которые заработал на моем YouTube-канале. 600 евро. 250 евро, это уже 850 евро. Ну и 1100 евро, да, то есть такой маленький гаджет. 1100 евро. То есть получается 1950 евро я заработал в этом году на моем YouTube-канале Артамонов Лайф. Это все благодаря вам, вашим просмотрам, вашим подпискам, вашим дизлайкам, вашим лайкам. Так что не забываем ставить лайки, не забываем смотреть видео, не забываем подписываться на мой канал, если вы еще до сих пор не подписались.
Ну, если вы досмотрели до этого момента, конечно же, это классно, это супер, потому что сейчас вы узнаете всю настоящую правду, почему и на какие деньги я купил все эти гаджеты. На самом деле, мой заработок на YouTube-канале не такой большой, как вы думаете. Не надо ничему завидовать. Он еще будет, может, когда-то больше, чем сейчас. И никогда он не был больше, чем 1000 евро, как это сообщалось в Job Center. Мой заработок на данный момент позволяет мне оплачивать мою сим-карту месячную. То есть и все на этом. Вот этот гаджет, этот телефон, который стоит 1100 евро, он был куплен в рассрочку, беспроцентную рассрочку в магазине онлайн Otto 1100 евро. Вот этот гаджет, который таблет, который планшет, был приобретен, точнее не приобретен, это была акция в Eins und Eins. Они позвонили, предложили подключить новую сим-карту. Точнее, не подключить, а да, подключить новую сим-карту. И как подарок шел вот этот планшет. Я сказал, что мне это и не идет, так как с подключением сим-карты общая стоимость этого планшета составляет за 2 года, потому что фортрак на 2 года. 400 евро, да, 400 евро сказал, нет, так не идет. Что они сделали? Я плачу ежемесячную плату за домашний интернет 40 евро. Они сказали, окей, тогда вы не платите 10 месяцев за домашний интернет. То есть 10 умножить на 40, 400 евро. И получаете вот такой таблет и дополнительную сим-карту. Я сказал, окей, если так будет, то тогда я согласен. То есть получается, бесплатно от Eins und Eins достался мне вот этот вот планшет. Не совсем бесплатно, да, потому что я буду потом за него платить ежемесячно за сим-карту. И я думаю, что по истечении 2 лет мы продлим контракт еще на год и будем также платить. То есть тогда уже будет, естественно, стоимость планшета расти. И я буду за него платить первый взнос только после 2 лет, как он у меня пробудет. Следующий гаджет это ноутбук Lenovo тоже. Фирма Lenovo, кстати, хорошая фирма. Мне нравится. Очень хороший ноутбук, очень помогает в работе. И я его приобрел, опять же, в онлайн-магазине Otto. Беспроцентная рассрочка. Это проходит там акции. И это тоже была беспроцентная рассрочка. Стоимость была, я сказал, около 600 евро, 590 с чем-то. И в принципе, уже осталось пару месяцев, и я выплачу за ноутбук всю сумму, которую он стоил. Это тоже очень удобно и очень хорошо. Если вы хотите узнать, почему бывают такие акции в Otto, я не знаю, для всех ли есть клиентов в Otto такие акции, я являюсь там VIP клиентом. То есть я покупаю довольно-таки часто на Otto, и бывает, что раз в 3 месяца проходят такие акции, когда я не плачу никакие вообще так называемые проценты, если беру в рассрочку на 12 месяцев, только на 12 месяцев. Теперь о моем заработке на моем YouTube-канале Атаман Офлайн. Заработок составляет в среднем, внимание, в среднем не больше 1000 евро в месяц. В среднем составляет 20-25 евро в месяц. Как я сказал, мой заработок в интернете хватает мне для того, чтобы оплатить мою месячную сим-карту. Я плачу в месяц за сим-карту 20 евро. То есть, как бы мне этого хватает. Оправдывается плата, которая нужна мне. То есть, эта сим-карта мне нужна для того, чтобы работать. Работать как финанс-оператор. И нужен интернет, естественно. И также, чтобы быть доступным всегда и везде. Всегда быть на связи. Поэтому это оправдывается. Это классно, это супер. Ну, теперь вы знаете всю правду о моем заработке в интернете на YouTube-канале Артамонов Лайф. Если вам это видео понравилось, как всегда, ставим что-нибудь. Подписываемся на мой канал Артамонов Лайф, если вы еще смотрите и не подписались на него. Обязательно нажимаем на колокольчик для того, чтобы самыми первыми узнавать о всех тех видео, которые выходят на моем YouTube-канале. Я же остаюсь находиться дома, так как локдаун в Германии, отель закрыт, у нас Kurzarbeit, и поэтому
Буду снимать почаще для вас видео. Но есть другая перспектива заработать деньги у меня. Я тоже ей охотно пользуюсь. Всем всего доброго, всего хорошего. До встречи в моих новых видео. Не болейте никакими вирусами, никакими коронавирусами. И всем без бальд. Чус!